Раз, раз, два, три. Так, ребятки, тест, тест. Тоже бандикам поставил на этот компьютер. Ну все, все нормально работает. Теперь смотрите, вот я нашел программку. И раньше, в принципе, она была зашита прямо в моей камере. Сонька 210. Play Memories Home. Но вот она обновилась через интернет. Тут стало намного лучше все, смотрите. Но единственное, она как бы лицензионная. То есть она просит подключить камеру при инсталляции. Когда видеокамеру подкидываешь к USB, все, активируются все функции. Поэтому, если у кого есть Sony, любая Sony, хоть старая, хоть новая, то есть вот это с офсайта, можно скачать эту программу. Теперь смотрите, например, вот сейчас я хочу ролики, да, вот эти, что я вам наснимал, целую кучу, просто соединить их, да и все, и не морочить эти, как они называются, которые возле хвоста. Так, редактировать, преобразовать видеоролики выбираем, объединение файлов, и теперь просто их берем, вот первый выделили, зажимаем клавишу Shift, ну вы в курсе, да, и выделяем все ролики. Теперь их перетаскиваем сюда. Сейчас оно просчитает их. И, короче, ребятки, я вас сейчас нагружу вот это видео без всякого монтажа. Вот просто вам выложу. Ну, а вы терпите уже. Смотрите, вы у себя монтаж будете делать на ускоренном просматривать, хорошо? То есть сделаем вот такой экспериментик. Как это будет, нормально или нет? Там еще проблема у меня в этой камере. Немножко кнопочка заедает. И как-то паузы не, в ней нет, кстати, многие говорили, там паузу делай просто. Ну, нету в ней паузы. Вот только запись или не запись. И когда я нажимаю, щелчок в конце вечно. Вначале его не слышно, а вот когда выключаешь видео. Ну, приходится мучиться так. В общем, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Но это, поверьте, намного быстрее. Вот в этом ролике сейчас будет второй. Увидите, там рендерил видео. По-моему, 5 часов шарахнуться. Так, ну вот ролики, в принципе, готовы, да? Теперь давайте их объединим. Нажимаем «Далее». То есть она просто по очереди их всех слепит все в кучу. За несколько минут это все произойдет. А роликов там почти 3 гигабайта. Так, где-то же бандиками пауза была. Ага, вот она. Сейчас небольшую паузу сделаю, пока добавит вот 41 файл. Итак, приближаемся, ребятки. А вы, кстати, по времени можете увидеть. Вот же часы. Специально вам на экран вывел и дату. Чтобы вас никто не обманывал. Вот тут дата. Так, смотрите. Значит, это только добавлялось, блин. Так, 2,6 гигабайта. Теперь выбираем объединить. Вот видите, может занять достаточно долгое время. Ну, посмотрите сейчас. Не буду делать паузу. Довольно-таки и недолго. Учтите, что компьютер всего имеет 2 гигабайта памяти и процессор не на высоте. 1,6 всего, двухъядерный. То есть, смотрите, загрузка идет полная. Бандикам много хавает. И плюс объединение видео. То есть, процессор 100%, видите, загружен. Вот, в принципе, я даже пришел к выводу, смотрите. Чаще всего бывает не столько нехватка памяти, а вот уже процессор не справляется. То есть, конечно, если бы сейчас четырехъядерный, современный, хороший проц поставить, ну и было бы все нормально. И в Sony Vegas было бы намного быстрее рендерить. Потому что тут, видите, уже проц запирается, ему не хватает. Поэтому все долго происходит. Так, все-таки паузу поставлю. Вы просто по часам посмотрите. Да и все, сколько это займет, кому интересно. Ну вот, ребята, все равно, конечно, намного быстрее. Так что пока вот, извиняйте, будут ролики в таком формате. Потому что заниматься сейчас
Монтажом очень много времени занимает, просто некогда. Надо готовиться и к зиме, и печку хотел сделать, и забор хотели что-то прилепить. Ну, в общем, теперь все отменяется. Пока по минимуму программу хоть выполнить. Yes! Все, видите, он сохраняется в той же папке. Вот, ребятки, вот такой у нас теперь компик. Видите, я себе тоже сохраняю копии. То есть тут чистая винда, тут с программами со всеми. Вот папка YouTube. И вот оно сохранило сейчас в эту папку. Под названием 000 и единичку добавила. То есть вот это оно все вот эти файлы объединило в один. И при этом не потерялся формат. То есть все как было, так и будет. Просто их склеила. Ну, сейчас, короче, вылаживаю это видео, а потом вот это, и потом следующее там видеокарту, как восстанавливаю. Все, ребята, все. Всем пока.